Всем привет! Сегодня опять выбрался в грибы. Прошло уже пару дней, как я не был в лесу. И вот по моих старых местах опять пошли грибочки. Ночью прошел дождик. Вроде земля промочилась. Так что сезон еще не закончился. Вот наш грибок. В ведре уже грусть. Там еще в машине пару грибов. Вот рядом у нас еще один грибок. Уже желтоватый снизу. Вот наш гриб. Ложим ведерко. Так, идем дальше искать. Сейчас обойдем этот вот лесок небольшой, молодняк. Пойдем в старый лес. На границу с молодняком, с болотом. Искать пойдем боровики. Прилетела лосиная вошь опять. Где-то на шею села. Надо словить. Так. Что-то у нас здесь растет. Грибок. Но уже червивый, мягкий. Негодный. Дождик прошел, так что через день-два должны пойти неплохо грибы расти. Вот у нас подберозовик. Крепкий, чистый заберем. Вот белый опять на полянке припрятался. Красавчик. Так, почистили все, забираем. Погода сегодня солнечная. Вон грибок в центре кадра видно. Все-таки пару дней не был, да прошел дождик. Рыбы пошли. Ну, такая ножка толстая. Вроде крепкая, но мягковатая.
Это что-то у нас груздя сломал. Грузди также берем. Пошли уже грузди расти. Будем садить. Вот еще груздик. Вон грибница высыпается. Споры. Вот еще. Ой, еще. Море груздей. На грузди. Потом поберем. И сейчас сразу. В этом году уже грибами запасемся. Грузди хорошие. Только расти начали. Вот еще. Ну, груздя море. Целое семейство. Вот на этой просеке были раньше грибы. Сейчас глянем, пойдем в обратную сторону. Не видать. Лишь еще туда глянем, пройдемся. Лисичка. Лисичка пойдет тоже. Так, ладно. Разворачиваемся. Идем обратно. Ну, уже результат есть. Здесь немного. В машине 4 гриба лежит.
вот раз я здесь нашел последнего боровика. Сейчас не видно ничего. Пойдем дальше. Вот грибок. Прирост. Вам ху глубоко. Еще и под углом. Жук проволочник. Срезал я его. Так, все, почистили. Забираем. Здесь уже будем ходить не спеша. Кажется, вдалеке гриб видно. Вон там, в центре кадра, за кустиком вереса. Сейчас подойдем, посмотрим. О, там заметила под ногами, вот и не заметил, чуть не раздавил. Да притом еще два красавца такие. О. За два дня, конечно, повырастали. Камеру поставить не могу, так, все. А вдали оказалось, что мухомор стоит. Молодых грибов что-то мало. Покуда что. Одни только почти старые. Смотрим вокруг. Да, вдали у нас это мухоморы стоят. Но... У нас тут свалка старая. Слышно, где-то вертолет летит. Похоже на вертолет. Может быть, просто грузовая лесовоз.
смотрим внимательно. Вон грибок в центре кадра за деревцем маленьким. Сейчас его заберем. Сразу посмотрим вокруг. Не видать так. Красивый боровичок. Положили. Сегодня грибов поменьше, потому что дождь прошел только-только вот этой ночью, так как уже неделю не было дождей, даже может чуть больше. Земля подсохла. Как бы грибы шли еще на старых соках, а сейчас уже вот, думаю, после дождя будет новая волна. Вон красавец гриб в центре кадра. Крепенький, большой. Забираем. Вон еще бугорок какой-то, посмотрим. О, под бугорком тоже оказался грибок у нас. Этот молодой. Сейчас почистим. Счищаем от шляпки корни. Красавец. Ложим ведро. Так. Вокруг. А вокруг вот еще был гриб. Как его не заметили. Старый уже, гнилой. Такой вот. Его разбросали. Подмох. Грибница. Пускай размножается. С этой стороны также гриб. За этой палкой не видно было. Вот так же сейчас поразбрасываем вокруг. И туда вот. Все. Так. Старые грибы разбросали. Пускай прорастает грибница. Пойдем искать дальше. Так, сыроежка.
подивіться. Так. Просмотрим этот угол. Сейчас мы идем против солнца. Так что можно много чего пропустить. Здесь у нас не видать ничего. Посмотрим, что здесь у нас. Раньше был гриб. Также. А что-то разбрасываем вокруг. Вон красавцы, два черноголовые стоят. И сбоку слева, справа тоже большой. Один вот, второй. Дальше смотрим. Не видно нигде, но вот справа, я говорил, еще один. Вересовом кусте этот покрасивее. Уже староватый, но... крепенький. Самые борщевые грибы. Так. Все это дело мы сушить будем. Так. Вот такой красавец гриб. Я его положим. Посмотрим еще вокруг сразу. Так, не видно. Идем за теми двумя, забираем. Ну, эти крепенькие, красивенькие. Вот один, второй. Хорошо почистился. Ложим ведерко. Так поудобнее, чтобы лежал. Пойдем искать дальше. Паутина у нас, паучок бегает, насторожился на объектив, пускай ходит. Сейчас обойдем здесь угол, потом вернемся, наверное, туда, посмотрим, пойдем дальше. Где-то так. Куда не видно ничего. Ладно, сходим туда немного вот. В этом направлении. Потом посмотрим.
нас здесь сыроежки. Думаю, что баранички будут сегодня. Мухоморчик. Пойдем эту сосну наклоненная. Что-то дальше пусто у нас. Вон грибочек, мухомор, и справа от него видно гриб сразу. Вот один гриб, а вот второй. Два гриба. Так, забрали. Да почти пол ведерка насобиралось. А вот еще грибок в центре кадра у нас. Как большой. Вот. Забираем. Ободрать песок таким способом. Гриб хотя и старый, но крепкий. Так. Красавец. Здесь у нас бугорок какой-то. Нету ничего. Так, дальше туда не пойдем. Пойдемся налево. Посмотрим.
немного назад пройдем. Вот этот участок, где пропустили. Вон черноголовик. Так, видно центр кадра в самом-самом. Вокруг не видать ничего, идем до него. Красавец грибок. Забираем. Вот еще грибок, кажется. У нас буквально за полчаса пол ведра грибов. Был объектив сверху, песок попал. Так, дальше смотрим вокруг. А вот и грибок. Покуда не видно вокруг, один только. Это уже покрепче будет. Беленький снизу. Немного червяк есть снизу у ножки. Не сам гриб. Крепкий. Смотрим дальше. Вот черноголовый видно. За ветками. Обойдем сейчас. Вот он. Маленький красавец. Вот. Крепкий. Как раз перед концовкой попался грибок. Я уже выключился, а вот он и стоит. Так что решил снять его до сегодняшнего дня гриб.
этом все. Вот на этом бугорке, где я брал в начале грибы, корешки мои остались. По возвращении решил еще пройти вот в сторонке. У нас оказался еще гриб и еще один гриб. Два гриба больше на склоне. Хорошие крепкие грибы. Также и этот. Ножка такая в земле толстая, хорошая. Подошли мы уже к тупику, к кустам опять. Здесь еще немного есть вот участочек. Пройдемся по нему. Жичка. Собрали лисичку. Дальше, наверное, не пойдем уже. Будем разворачиваться. Еще здесь глянем, вот и все. Да, здесь у нас трос. Еще немного в обратном порядке пройдемся, посмотрим. Потому что по-любому пропустили где-нибудь грибовую пару. И здесь походу местечко было. В родок грибы росли. А где именно? Не помню. Ну, походу подойдем до него скоро.
Пирамешка. Вот уже грибы перестали попадаться. Нужно поискать место посвежее. Хотя везде все уже выбрали и вытоптали. Здесь получается, что тупиком. Лес, мало кто заходит в это место именно. Вот два грибка попались все-таки. Интересно, притом выросшие. Посмотрите. Вот у нас один гриб выдрался с земли на шляпке со вторым. Первый раз такое. Прикольно. Интересно все-таки срослись. За счет шляпки он и целенький. Питание со шляпки берет. Вот. Рассоединил. Все-таки интересный гриб. А вот не заметил, что с этой стороны стоит один. Здесь эти были, а здесь вот черноголовик. Налетом таким сверху красивым. Посмотрим еще вокруг. Уже не видно. Хотя есть вон в центре кадра от сосны слева. Красавец, кажется, стоит. Сейчас этот почистим. Такой вот грибок. Пойдем до того сходим. Все-таки против солнца шел, так не видно было. Хотя и кепка с козырьком все равно. Ножку прочистили. Ложим ведерко. Так. Ну вот где-то он был у нас. А, за сосной он. Подходим. Красавец черноголовый. О. Почти пропустил. Завтра бы уже большой был. Красивый гриб. Посмотрим вокруг. Вот в одном месте получается 4 грибка.
больше не видно. Ну, пускай на завтра, послезавтра, если получится, пойдем заберем, что пропустили. Сегодня поменьше гриба вышло. Не полная ведерка. Вот. Мухомор. Думал, гриб. Вот и грибок. Под иглицей. Ой, червяков сколько там. Ножки. Походу и в шляпке червивый. Пускай лежит. Посмотрим вокруг, может что попадется. Все-таки вечером, когда солнце пониже, лучше собирать. Не так бликует. Пройдем еще вот немного. Да будем заканчивать. Ну вот. Гриб попался сразу. Положим покуда так ведерко. С корнем нечищенным. Этот участок их посмотрим. Ну все, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр.
Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых выпусков. До свидания.